Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Trailblazer 2007 года выпуска. Двигатель здесь стоит 4.2 бензин, полный привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим задние тормозные колодки. Колодки мы будем использовать фирмы Techstar. Снимаем колеса, вернее поднимаем автомобиль и снимаем колеса. Открутил колеса, снимаем. Вот они, наши тормозные колодки. Для этого мы сейчас откручиваем два болта, которые у нас держат цилиндр на направляющих, и убираем его в сторону. Удивительно, но на американцы ключик на 14. А направляющая на 17. Обычно у них 15, 16, 18, такие размеры. Направляющая настолько мягко ходит, нижняя аж болтается. Верхняя тоже болтается. Сейчас вытащу, посмотрю. Протру, смазки добавлю. Смазка розовая, высокотемпературная. Это тойотовская. Я ее в шприц сам уже переместил. Она идет в тубе. Сейчас номерок ее покажу. Мне просто шприца удобней наносить ее. Со смазкой стука меньше стало. Нижнюю также с ней вместе с направляющей. Вот такая вот смазочка, номер ее оригинальный, а нет ее здесь номера, а нет, есть вот 08-887-83-010, 100-граммовая туба. Беру струбцину и струбциной сдавливаю поршенек. Все, поршень вдавился. Снимаем колодки старые. По одной снимем их. Новые колодки будем фирмы Techstar использовать. Номер 244-4501. Вот такая вот колодочка. Также одна идет с пискуном, вторая идет без пискуна. Здесь же идут радиаторы, почему-то они отдельно лежат, обычно они на колодках установлены. Сейчас одену. Смазки под радиаторы нету.
Устанавливаем на место цилиндр и закручиваем болтик. Идем после этого, нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, чтобы у нас цилиндр зажал колодки. Все, на этой стороне мы заменили. Аналогичным образом мы идем, меняем со второй стороны. И также нажимаем на педаль тормоза, чтобы у нас цилиндр прижал колодки. На этом все. Замену колодок мы закончили. Всего вам доброго.